Между тем, российских летчиков, участвующих в воздушной операции в Сирии, снова навестили известные музыканты. В этот раз на базу Хмеймим поддержать боевой дух приехала группа Агата Кристи. Аудитория оказалась подготовленной, и многие военные хорошо знали тексты песен и с удовольствием подпевали. Музыканты признались, что эта поездка очень важна для них, и они надеются выступить в Сирии еще, к примеру, 23 февраля. Мы здесь оказались, потому что сердце давно уже просило сюда приехать, потому что мы патриотически настроенные люди и считаем, что российская армия здесь по-настоящему отстаивает мир. Может быть, даже единственная армия в сегодняшнем мире, к сожалению, которая на самом деле борется за мир по-настоящему.